4 апреля в 10 часов в пресс-центре информагентства «Интерфакс» состоится пресс-конференция по вопросам премии «Наше Подмосковье». Традиционная премия губернатора Московской области в этом году стартует на месяц раньше и имеет значительные изменения в номинациях, в количестве участников, распределении призовых мест и в специальных номинациях. Восьмого апреля пройдет День благотворительного труда. Все перечисленные денежные средства пойдут на поддержку и помощь малоимущим гражданам, инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, трудным подросткам, оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Праздничное мероприятие, посвященное Дню труда, состоится 15 апреля в детской школе искусств города Видное, куда будут приглашены около 300 человек. Баскетболистки подмосковной команды «Спарта» и «Компания» стали победительницами финального этапа розыгрыша детской юношеской баскетбольной лиги. В решающем матче команда из Видного нанесла поражение московскому клубу МБА со счетом 70-53. Сегодня в 20 часов 15 минут на нашем канале состоится прямой эфир заместителя главы администрации Ленинского муниципального района Александра Селезнева. Тема эфира – противопаводковые мероприятия, общественная безопасность. Вопросы можно задать по телефонам 541-2540, 541-2525.